Думаешь, примут? Кровавую дату в игре отдать. Ну да, это обязательно. Она видит, что Пуся, и все. Говорит, если ты Пуся... Сейчас просто надо... Типа на чеку быть. Внимательно смотреть, как там у тебя. Внимательно. Тоже сюда. Хорошая крыша, приятная, согласись? Ну, прям... Забираешь на нитку. Забирай кольт. Я с грены побегаю. Если что, это в висок ее прям кому-нибудь. Но-но. Пистолет есть снизу. Что-то лагает мне адско. Это по тебе или ты? Не, это кто-то. Пойдем заберем этот вектор. Давай. Да в этом. Это в ангарах. Видишь? Вот тут чувак. У меня челик. Не высовывайся пока. Он в ангаре либо обходит, я не знаю. Это вектор. У меня. Выходит. Забирай его. Изи байт. Вообще. Он серьезно вот в какой-то момент подумал, что у него сейчас получится? Угу. Не знаю, почему он вообще так нагло побежал, типа бесшумно якобы. Ниндзя. Угу. Теперь с вектором? Да. Красава. Че, винторез ждешь? Нет. Дальняя на той стороне, в общем, рожка, ближе к водонапорке, тела. Проехала машина, по ним работали, ну, типа, оттуда. Я вижу прям тело. Зашел в красный дом. Вот. Тут все залутано, это ты побежал так залутал? Нет, нет. Тихо. У меня тело на втором этаже. Говорит что-то на арабском. Вышел. На балконе стоит. Принял его? Да. Надо мной прям на балконе. Это я не его принял. Я понял тебя. Ну-ка, ты пока с теми повремени, не лезь на них, мне тут надо других добить. Я понял, аккуратно. Ну он бегает по второму этажу. Блять! О! Ты бы видал, что сейчас было! О! О! Клип, гайс, это клип. Сделайте клип, пожалуйста. Ты живой, все у тебя хорошо? Да, я одного положил, второго не вижу пока. Я бегу к тебе. Я, короче, собирался кидать гранату, там чувак выходит, я резко меняю оружие, вспоминаю, что граната взорвется у меня в кармане, резко беру гранату, бросаю как горячую картошку, в этот момент чувак выходит и ловит ебало мою гранату, которая взорвалась. Вот здесь вот этот дом, здесь два челика. Один лежал, его подняли. Вот этот или тот? Да, 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 здесь вот этот вот. Он, скорее всего, по второй этаж уполз. У меня просто патронов уже нет. Он на втором этаже, скорее всего.
Слушай, тут такие, блядь, этажи опасные. Угу. Так, нет, он не дополз. Один мертв, второй еще есть там же. Мы, в принципе, можем вдвоем зарашить. У тебя есть какая-нибудь бронь? Спина, справа! Спина. Он что-то буровит. Че он буровил? Ну он говорил, что, бля, макатай похилился потом. Так, тут челик еще же где-то есть. Ты думаешь, он там? Хотя нет, слушай, нет, скорее всего, вот это вот его тиммейт и был. Нифига ты дизинфу даешь. Ну, типа, он говорил ему в голос. Жестко. Тихо. А не факт, слушай. Да давай забежим, да проверим. Го, вдвоем. Все. Все, подожди. Тут надо залутать чувака срочно. Тут юмпайс еще есть. Пойдем, пойдем, пойдем. Все. Ну да, я, скорее всего, тиммейту прибежал. Ну, он это, с балкона, походу, выпрыгнул. Ну. Просто я слышал, что он, типа, своему тиммейту что-то на арабском сказал. Так, я не вижу МП. А, у него в тропе. Сейчас, вот здесь, дай. Дай. Вот, вот здесь, вот. Я здесь сейчас патрон тебе зарычу скинул. Он же, он типа уполз так, сныкаться. Да я вижу, что это он типа так уполз. Здесь что-то еще есть по-любому. Так, я там на не залутался. На той стороне воюют. Коряк, по-моему, стреляет уже где-то со стороны водонапарки. Пойдем тех полутаем, которых я убил. С чем? Иди с дом гляну. То я к тебе спешил, тут даже не залутал. Я понял тебя. Шо, похвально. Что спешил так. О. А теперь есть АР-ка. Тоже хорошо. О, тут вектор. И там чуваки где-то были. Или те, и ты как раз их убил двух. Двух убил, он там еще кто-то был. Или вдалеке. Че? Здесь, кстати, есть сковорода. А мне есть. Нет, ну нет, слушай. Ты забрал. Искар тут есть. Угу. А, вижу челика. 165. Где? За будкой стоял. 165, красные дома. Спустился, слева идет. Бомбежка вообще, блин. А где его дружочек? С той стороны, скорее всего, где-то. Я из бомбежки сейчас выйду. Бля, ну как я спас себя от той гранаты, это вообще что-то. Возможно, за будкой его тиммейт и стоял между домами. О, блядь! Откуда? Откуда справа? Твою мать. Я не понял. Где? А, на 60 пачка. На 62. Блин, один в спине, один, два на 60. Спина. Так, он где-то на С мне стрелял. Не, блядь, не могу увидеть откуда.
Меня напрягает еще люди в спине. Походу на крыше он, нет? Не знаю. Блин, те челики в спине напрягают. Ну да, походу на одной из крыш. Но, сука, он вообще какая-то падла. Так, баги этих челиков я вижу. Она на Е стоит. А, он под этой, под синей хуйней. Два хеда, все, упал. Все, остались два чувака на Е. Я иду сейчас лутану. Ой, ой, ой. Да поднимайся. Это же было с 165 где-то. СС, да, вижу. Вышка, под вышкой, чувак. Угу. Единичку дал мне. Под вышкой ты на водонапорке, в смысле? Да, да, да. Ага, значит там один. Единичку дал у него. Водонапорку? Вижу, вижу, вижу. Все еще водонапорка. Там его, то ли его убили, то ли что, не пойму. Водонапорки, в общем, тут еще есть. Давай, короче, ко мне двигайся, я чуваков на Е посмотрю пока. Типа баги-то я их вижу, а их самих я не вижу. Спускает. Понял. Я не вижу. Вижу. Под вижу. Это, бабашка. Да-да-да. Лег. Прям возле вышки дал. Блин, мне опять же в спине напрягают люди. Не напрягайся. Я вот только что калаш поменял, ой, СКАР на калаш, потому что у меня патроны кончились. Понял. Не, я его не вижу, поджимать не могу, у меня нет ничего для поджима. А у меня есть. Он по мне еще не будет работать. Ну давай. Все. Я не знаю, тот ли это был или не тот. У меня для тебя сюрпризы. Да. Угу. Очень да, много 72 патронов и X4. Мне есть X4. Я тебе отдам вектор. У меня есть вектор. Ты нормальный сюрприз мне можешь какой-нибудь приготовить? X2 шлем? Фу, блин. Вот тебе второй тир шлем. Все не то. Ой, так, нашел кучу патронов. Челики на Е не выехали. На баги едут. А, едут сейчас на 30. Еще машина рядом. Они слева далеко где-то. Едут? Нет, они к ангару едут. А слева тачка рядом. На ХГ. Уже че, ХГ. Я обратно с карты беру? Они на 330, короче, ВАЗик, а те поехали тоже куда-то в сторону ангара, не туда. Я тех не вижу пока. Те могли вообще в зону уехать уже. Что-то в принципе очевидно, что все в зону уехали. Нам тоже надо двигаться, чувак. Надо. О! Что это? Это где-то справа. И слева. А ты возле дороги залутал чуваков? Да. Понял. Ну чё, мы валим? У меня, кстати, 6 бустов есть. А у меня тоже есть. У меня 6 бустов, 4 болика. Вот, ну вот и круче, тоже. Согласен. Идем в круг.
В общем, справа война была и спереди. Вперед поехали, получается, по левому мосту ВАЗик, по правому баги. Так, вектор я типа, ну, скинул, я не буду с вектором. А что тут? Ну, у меня коряга. А ты потрошки случаем не брал вектора? У меня кончились они. Мне кажется, они вот тут наверху будут сидеть. Да, да, сидят. На самом верху. Не сидит, лежит. Еще один. Нет! Есть! Ха-ха-ха! Хотел красиво сделать, да? Это мой фраг был. Оба моих. Нет, оба моих. Уйди. Восьмикратку чего забрал. Ужас. Я восьмикратку заберу, кстати. О, патроны. Видишь? На тех 4 лишний. Лодка. Там лодка, да. Работает? Давай, да. Бля, жалко, там парень без шлемов. Угу. Слева на В, два челика возле реки бегут. Сейчас будут садиться в лодку. Не будут, что ли? Там, смотри, справа кто-то трекочет. Не попал. Он занырнул, один занырнул. На Н тело попал по нему. С коряги. На здание? Вышка на Н один был. Да, вышка на Н один сидела, попал по нему. Жаль, не голову. Слушай, нам двигаться надо уже, если честно. Вижу тех 300. На новом берегу? Попал один. Единичку дал по нему, за камнем. На 285 за камнем один. Да, я видел его ногу. А чувак справа не вижу. Я думаю, надо спускаться. Да надо. Спускаться можно по-разному. Я закинусь боликом. Блин, у нас не лучшая позиция сейчас. Да брось. Ну смотри, челики слева двое, я не вижу. Вижу, побежали они. Один точно побежал на самый верх. Вижу оба. Ну, единичку дал. Да. Вторым лутнем. Дал еще в него. Он хилится. Бля, сейчас они нас будут встречать. Побежали. Да. Я подобрал, я отдал просто. А, у меня, кстати, накарчечка есть. О, хорошо. Так, ну те все, они типа побежали, видимо, дальше. Вырубил одного. Хорошо. Это дальнего за деревом или ближнего? За деревом, который... за деревом. Понял. На спине еще где-то будет. На 285, который сейчас его поднимать, наверное, будет. Пока не вижу. Вижу, поднимаю этого. Или поднял уже. Поднял. Что он делает? Ну я, блядь, тройку не удал, четверку. Подругу его, подругу. Он сейчас обратно побежит к нему. Бля, ладно, надо его уронить уже. Убил? Да. Давай того до тебя добивать. Ему. Не вижу пока его. Видишь?
Но он там плачет, что ли, на его трупе? Чё за... У нас справа еще были. Пачка. Пачка жвачки? Я хочу этого сейчас козла зону, убить, зону, он мне задрал уже. Дымы еще какие-то пораскидывал. А! Он что, охренел, что ли? Огрызается, что ли? Да, огрызается. Ой, по мне что-то работает со всех сторон, слушай. Нам зону, 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 зону. Хорош. Круто, ты попал на Тиви. Угу. Тебе пизда. Справа? Справа, вижу его. Все, лежат. Лежит. Хорош. Nice shot, man. Обожаю. Он не знаю, он то ли по тебе стрелял, то ли по он мне. Он по мне стрелял, потому что в меня попал. Он странный. Болики, болики. Видишь ли, он в меня попал? Жесткий. Мы его, наверное, не хотим, да? Наверное, в круг хотим. Ну, да, потому что круг-то в жопе. Бля, у меня 90 патронов только. На 5.56 или 7.62? 5.56. Я могу... Это 90, нет, у меня тоже 90. Не, ну типа, это я просто в курсе держу. Не, могу тебе 30-ку еще скинуть, я в основном с коллеги буду работать. Да не надо, смотри, справа УАЗик, но он на Е смотрит. Рядом с домами. А где вышка-то, не пойму, я смотрел, чувака вышки дал ему, а где эта вышка, что-то я потерял ее. Наверное, не в зоне уже. Может, тот придурок и был, в которого до этого попал. Типа добил его. Ах, хрен его знает. Так, что у нас по зоне? Блин, стрельбище, стрельбище, это вообще жопа, а не зона. 16 живых. Самолет сейчас туда и скинет прямо нас. Смотри, 3, 2, 1, оп. 4. Да, блин, чуваки, которые заняли стрельбище, конечно, они молодцы. Клеить толчок не в кругу. Он... Ага, спереди кто-то есть. Да. Ну, открыли, кстати говоря, толчок. Там что-то есть, может быть? Ну, мы на ХГ, тут, кстати, дроп еще рядом. Компенсатор. Но дебильное место. Ну, давай вот тут где-нибудь за этими. Два дропа рядом, кстати говоря. Бля, а действительно, справа. Место вообще дебильное. Если честно. Ну, я сел более-менее нормально, если... Я дроп, блин, не вижу, он под ХГ немножечко. Я второй дроп проглядываю. Но я не буду по нему стрелять. Ну-ка, сейчас посмотрим, где будет следующий круг. Может быть, даже в толчок сядем, если... Угу. Дроп уже не в зоне, по-моему, да. Не в зоне он. Да ну, блядь. Ну правый, и... Правый не в зоне. Там чуваки, которые если лутали, они могут побежать сейчас оттуда, типа, поля там. И круг... О, господи. Я поджимаюсь тебе. Вижу стрельбище, машина. Сейчас буду работать, если сядет. Нет, не сел. Убежал на НВ за деревом. Пойдем, пойдем. Бегу, бегу. Потому что я сейчас, если один вдруг на перестрелку это выйду. Ой, блин, слушай, тут прям открытое. О, боже мой. Я знаю, тебе нравится, да? Хочешь? Хочешь? А хочешь? Вообще. Пошли, пошли, пошли. Да. Ой, блядь! Чё? Не знаю. Бусты, бусты. Я тоже бусты сейчас заюзаю.
Готов? Ну да, я бегу к тебе. Ой, беги, Лола, беги! Ой. А нам? Слушай, там еще и дроп, ёпта. Там, смотри, у вас стоит прям рядом с толчком. В толчке кто-то есть. Да я понимаю. Я взял гранату. Буду бросать туда без проверки. Прикроешь вход. Не по нам, по нам, по нам. Положил. Справа смотри. Ты его на глушняк? Нет. Грену бросаю. Вот! Я понял, найс, грена. Есть кто? Есть, я понял, хорош. Блять, ты прикинь, а грена пролетела сквозь это дерьмо. Я понял. Тут чувак с авиком, лол. О, хорош, забирай. 15-кратный скоп, и это с него хуево стрелять. Лучше ты поменяй на свой кар. Давай. Поменяешь? Давай, давай. С 15-краткой, потому что, сам понимаешь, лучше с 8-краткой. Да, ну то патронов не очень много, слушай. Мало? Ну, 8 всего. Блять. Забери корягу. Не-не, я лучше... Хочешь, я могу с 15-кратной поработать, а ты с 8-м? Ну, давай. Я скинул, на. Бля, что-то попробуй. Грустно сбрасывать этот. Патроны там есть. 8-й тебе тоже скинул. Так, не вижу кар, пока вот кар. Зона, нам наверх забираться. Ну такое, если, слушай, на самом деле уже с коряги работать, мог бы вектор оставить, в принципе. Го-го-го. Вот мне кажется, да. Мне кажется, мне надо было вектор. Слушай, давай его одного давай, быстрее. Давай, 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 забери. Потому что что-то вот, возможно, он нас вытащит. Я, конечно, постреляю с собой. Восьмикратку забери. Да, да, давай. Скинул? Или на нем да, висит? На нем снял. Висит. Сорян. Ща. О, по тебе. Откуда? Убил? Нет, да, да, да. В смысле, его уже нет, я имел в виду. Я понял, понял. Есть там что? Да, третий броник, еще одна восьмикратка и этот магнум, блядь. Ну все, я не могу противиться АВМу после того, как он второй раз выпал. Я понял. Извини, но мы без вектора. Нормально. Где-то слева могут быть. Одного уронил. Второго не вижу пока. Слева вижу. Давай ходу. Да твою мать, серьезно? Побежали в зону. В зону, в зону, в зону, в зону, чувак. Твою мать. Чувак за деревом. Хилься, хилься, хилься. Не торопись. Хилься. Не торопись, похилься, а то спалишься. Минус, хорош, минус, минус. Хорош, молодец, молодец. Я не знаю, где два остальных. Сейчас мы их найдем. Нет в будке никого? Не знаю. Сомневаюсь. Я понял. Так, кому-то надо камни рвануть. Воу-воу-воу-воу. Понял, вижу, вижу, вижу. А я нет. Дал ему. Раз. Два. Один лежит. Второго не вижу пока. Ха-ха! Опять настелил. Второй где-то там же. Где-то да. А давай сделаем вот так. Смотри.
Ой, спину. Оп. Нет, не в спину. Да, все хорошо, найс. Там в глаз белочки попал прям. Ну, мы красавы. Объясни мне, смотри, я сейчас бежал, да? Он стрелял у меня спереди, как он попал?